Всем привет! С вами Ростиксон, криптоавантюристы, вы готовы? Вы, наверное, обратили внимание на то, как стремительно меняется мир криптовалют. Новые сети, боты и тренды проявляются практически каждый день. И важно следить за всеми нововведениями, чтобы оставаться в курсе и эффективно работать. Мы создали канал в Telegram и на YouTube, чтобы сделать этот процесс проще для вас. Причем в Telegram обновления публикуются гораздо быстрее и чаще. Я в ТГ там закидываю вообще все свои сделки, да, по мемам. Просто какие-то смешные кружки и выводы свои из жизни. Поэтому подписывайтесь. А теперь перейдем к сути. Сегодня хочу познакомить с вами с сервисом для торговли токенами, который предлагает совершенно иной уровень комфорта. В этом сервисе графики загружаются намного быстрее, чем в DEX-скринере, и вы можете проводить анализ, покупать и продавать токены с помощью лимитных ордеров. Давайте еще раз вам объясню. Лимитные ордера — это когда вы можете выставить, продать монету в сколько-то иксов. Притом вы выставили, и все, больше ничего не нужно делать, она сама продастся потом, когда цена дойдет до этого. Например, когда вы торгуете на обычном DEX-е, вам приходится вручную продавать, и очень часто бывает такое, что вы можете упустить момент продажи монеты, например, пока вы спите. А тут лимитка вам поможет избежать таких, скажем так, неприятных моментов. Также в BullX есть возможность находить токены по заданным фильтрам. Все это в одном месте и с одинаковым доступом как на телефоне, так и на компьютере. Потому что у многих проблема, что с компа, там, с MetaMask, с Trustwall, это, ну, не очень удобно, скажем так, торговать. В BullX можно и с телефона, и притом это также удобно. И мне почему-то даже с телефона удобнее торговать. Вы можете написать в комментариях, пробовали ли вы торговать на телефоне и где вам лучше. Ссылочка на него будет в описании. Одной из особенностей BullX является то, что авторизация происходит через Telegram, а не через кошелек. Чтобы запустить бота, вам нужно будет перейти по ссылке в описании, так как в данный момент он находится в бета-версии. И для использования BullX необходимо либо получить доступ по реферальной ссылке, которая будет в описании, также у вас будет скидка 10% на торговые комиссии, либо ожидать своей очереди. На данный момент она насчитывает около 300 тысяч человек. Перейдя по ссылке, вы получите доступ к Telegram-боту, что ускорит процесс для вашей торговли. Поэтому по ссылочке заходите. А теперь идет инструктаж по боту. Здесь вы нажимаете старт. Я уже совершал ход с этого аккаунта, поэтому здесь такого приветственного окна нет. Нажимаете логин, и у вас появляется окно, где нужно создать кошелек. По сути, вам просто нужно будет получить адрес кошелька, и все. После этого ваш аккаунт будет создан. Вы уже, вероятно, заметили, что интерфейс BullX очень напоминает обычный DEX-монитор, но по функционалу он гораздо круче, быстрее и удобнее. И я бы сказал, BullX — это практически биржа, такая обычная, как Binance или MEX. Давайте разберемся по порядку. Во-первых, BullX поддерживает несколько сетей — это Ethereum, Arbitrum, Binance, Blast, Base и Solana. Но я использую Solana. Чтобы выбрать нужную сеть, достаточно нажать на значки слева или справа, и вы увидите токены и кошельки для торговли выбранной сети. Я оставлю сеть Solana, так как она сейчас наиболее актуальная, буду показывать на ее примере. А также не забывайте то, что в комментариях в моем чате в ТГ вы сможете задать мне любой вопрос, и я вам отвечу, как только буду свободен. Главное, ну, быть адекватными и относиться ко всем с уважением. Так, теперь мы нажимаем Start Trading, это следующий раздел. Потом у нас идет раздел New пары. Здесь публикуются новые пары токенов в сети Solana. Рассмотрим интерфейс. Здесь есть все необходимое для анализа, покупки и продажи токенов, а также для просмотра графиков. Так, а теперь давайте лучше, вот знаете, прям с самой базы начнем. Есть лимитные ордера. Вот вы видите их сейчас в правом верхнем углу. Да? Благодаря лимитному ордеру мы можем купить какой-то щиткоин. Допустим, как я ищу щиткоины? Я просто подписан на каких-то крупных интересных блогеров, да? Ну, крупных там это 5000 подписчиков, да, не более. Которые зарабатывают не тем, что что-то рекламируют, а просто у них прикольные, скажем, трейды. Их канал — это их дневник сделок, да? И они закидывают, например, какую-то монетку. И я беру и ее начинаю за ней наблюдать. И смотрю, например, если у нее капитализация 10 миллионов, и думаю, то что я бы ее купил за 8 миллионов, например. Этим и поможет лимитные ордера. Мы можем купить по 8 миллионов, то есть поставить лимитку. И если монета упадет, то мы купим при 8 миллионах. А также продать, что самое важное. Обычно я чаще всего покупаю по маркету, то есть по цене, которая в данный момент на рынке. И сразу же выставляю лимитную цену, по которой я продам.
Как-то так, вот это самое важное, да? Теперь мы идем про новые пары. В начале страницы вы видите название токена и можете скопировать адрес контракта, нажав на соответствующую кнопку. Также отображается информация о пуле ликвидности, дате листинга токена, ссылки на социальные сети проекта и другие ресурсы. Вы можете прийти в Telegram на сайт проекта и другие источники для получения дополнительной информации. Далее представлена информация о времени создания токена, его текущей и стартовой ликвидности, капитализации, объеме торгов и аудите. Аудит важен, потому что в сети Solana ограниченные критерии для оценки токенов. Вот основные моменты аудита. Это возможность разработчиков замораживать токены, заморозка токенов, что может привести к невозможности их продажи. Если этот параметр отмечен красным, лучше избегать такого токена. Отметка о сжигании LP токенов. Если сжигание не проводилось, это может указывать на потенциальные проблемы. Процент токенов у топ-держателей. Если у них более 15% от общего количества, это также отображается красным. Все это легко позволяет понять нам, подходит ли токен для покупки. Вам не нужно отдельно искать информацию или проверять Telegram, сайт или Twitter проекта. Все находится на одной панели. Также есть раздел Quick Buy для быстрой покупки. Здесь вы можете указать сумму и совершить покупку одним нажатием кнопки. Это гораздо быстрее и удобнее, чем переходить из DEX-монитора в бот, вставлять контракт и затем совершать покупку. Кроме того, имеется раздел фильтров, где вы можете настроить параметры отображения токенов, чтобы видеть только те, которые соответствуют вашим критериям. Например, наличие возможности минтинга или сжигания ликвидности. В BullX вы можете настроить фильтры по множеству параметров, таких как объем ликвидности, капитализация, покупки и продажи токенов, а также наличие социальных сетей. Это позволяет вам видеть только те токены, которые соответствуют вашим критериям. Такой фильтр значительно упрощает поиск и экономит время при работе с новыми парами. Давайте теперь перейдем к следующему разделу Pump Vision. Это еще одна отличная функция BullX. Хотя подобные возможности теперь появляются и в Photon. PumpFun остается популярной платформой для создания токенов в сети Solana. Редко кто использует эту функцию Pump Vision, но ее можно использовать, например, когда вы увидели, что Илон Маск или кто-то известный сделал какой-то пост, и из-за этого поста могут создать какую-то монетку и найти ее одним из первых в вкладке Pump Vision по названию, например, просто фильтруя все монеты, да? Вот так она выглядит. На PumpFun вы постоянно можете видеть новые токены. Можно нажать на любой токен, чтобы узнать его капитализацию, приобрести его и так далее. Однако интерфейс этой площадки достаточно примитивный. Основная идея PumpFun заключается в том, что любой человек может создать свой токен в сети Solana и запустить его на платформе. Любой желающий может создать токен буквально одним нажатием. Все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Создать токен», ввести название, тикер, добавить информацию и фотографию. Стоимость такого создания составляет всего 0,2 соланы. Нет необходимости залива ликвидности или выполнения дополнительных действий. Все легко и быстро. Однако создать токен – это только полдела. Важно также уметь его правильно раскрутить. Поскольку PumpFun является одной из самых актуальных площадок для запуска токена в сети Solana, BullX решил не отставать от этого тренда и включил раздел Pump Vision. Стоит отметить, что не все Telegram-боты поддерживают покупку токенов с PumpFun. Кроме того, когда токен на PumpFun достигает определенного уровня капитализации, он автоматически листится на Radium и продолжает свое существование там. Это делает токен доступным для дальнейших торгов и анализа. Таким образом, если вы приобретете токен с капитализацией около 3-4 тысяч долларов, он вырастет до 40 тысяч долларов, а затем достигнете 60 тысяч долларов, вы сможете получить значительную прибыль. И, как я сказал, обычно там все токены скамятся, сливаются в ноль. Но, например, если вы ищете какие-то гемы, торгуете по новостям, то как минимум рассмотреть, понаблюдать довольно интересно. Я знаю нескольких людей, кто этим занимается. Но я лично так не делал. Иногда бывает так, что новые токены быстро появляются на биржах. Например, разработчик может заранее купить все токены, чтобы они оказались на бирже, и не было других покупателей. В этом случае токен может не иметь истории. Мало сообщений в чате и немного владельцев. Это может быть подозрительным, потому что разработчик может использовать это для мошенничества. Но не все разработчики делают так с плохими намерениями. Иногда это просто способ быстро запустить проект.
Главное уметь различать честные и мошеннические проекты. Также можно видеть информацию о актуализации токена и быстро его купить, как и в других разделах, например, в разделе Explorer. Мы можем смотреть разные токены и сортировать их по фильтрам. В основном токены похожи друг на друга, но важно оценивать, насколько безопасно их покупать. Можно посмотреть часть аудита токена и выбирать не только новые пары, но и токены по трендам, победителей, проигравших и новые поступления. В целом информация о токенах везде похожа: название, соцсети, количество держателей, капитализация, ликвидность и объем торгов. Здесь есть функция для отслеживания токенов, если вы хотите следить за каким-то токеном, но еще не решили, покупаете ли его. Нажмите на звездочку. Этот токен добавится в ваш список. После этого вы сможете видеть все свои токены в этом списке. Если токен больше не нужен, нажмите на корзинку, чтобы удалить его. О, теперь смотрите, ссылочка на BullX будет в описании. Как я сказал, вы получите 10% скидку, когда зарегаетесь. Чуть-чуть поможете мне, и, конечно, другого способа зайти в BullX нет. Всем спасибо, если у вас будут какие-то вопросы, то сможете задать их в моем чате или в комментариях. Также, конечно же, готов к открытой критике, конструктивной. Был рад, надеюсь, вам чем-то помог. Также на BullX очень удобно отслеживаются наши позиции по щиткоинам, монетам. Мы можем смотреть, какая у нас прибыль в общем, какая прибыль у нас по монете. И очень такая красивая, приятная история сделок. Как-то так. Всем спасибо и всем пока!